Всем привет! Сегодня покажу, как сделать бесподобный маринад для индейки или курицы. Блюдо получается сочным внутри и карамельным снаружи. Отбейте мясо с помощью тендерайзера. Так маринад проходит сквозь отверстие по всей глубине, придавая мясу великолепную сочность и мягкость. Для маринада вам понадобится сок половины лимона, 2 чайные ложки горчицы, 2 чайные ложки меда. Добавьте маринад и оставьте на минут 5-10. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте минут 30-40. Спасибо, что выбрали именно мой рецепт маринада. Буду благодарна за лайк под этим видео. Готовьте и наслаждайтесь!